Здравствуйте, коллеги. Часто очень задают мне один и тот же вопрос. Страховая медицина, точки приложения, точки доходности, точки убыточности. Как выйти на рынок ДМС, как на нем закрепиться, как себя позиционировать, какие могут быть риски, что может получить клиника, особенно стоматологическая, в работе, в условиях действительно очень высокой конкуренции в рынке ДМС. Приглашаю вас на свой авторский семинар, который состоит из двух частей. В первой части я действительно расскажу о системе страховой медицины, которая сейчас сложилась, и тех плюсах, которые есть. А на второй части я расскажу о тех рисках и минусах, которые могут быть в работе в системе медицинского страхования, в частности ДМС. Приглашаю вас на свой авторский курс в учебный центр «Мегастом».